Мне бы хотелось поздравить Русский театр Эстонии с праздником. Для меня он очень много значит, потому что там состоялась моя первая постановка много лет назад. И дальше у Русского театра была своя история, и у наших отношений были свои истории. Были разные периоды современного театра и классического. И не так давно, пару лет назад, я вдруг снова попала в пустой театр и ощутила, какое, простите за звуки, ощутила, какое огромное впечатление производит Русский театр изнутри, когда ты в него попадаешь. И очень сложно что-то желать театру, зданию. Мне все время хочется рассказать всем о том, какие замечательные люди там работают, о том, какие замечательные артисты, которые не делят зрителей по статусу или по возрасту, о том, какие замечательные цеха. И мне бы хотелось пожелать всем, кто работает там, поздравить вас с праздником и пожелать вам, как всегда, мужества. Хочется пожелать Русскому театру находить баланс между современным и классическим, между Европой, в которой вы находитесь, и русскими традициями и наследием. А еще пожелать всем зрителям узнавать Русский театр ближе и узнавать людей, которые там работают, какие они великолепные и невероятные. Все.